Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, в этом видео я хочу вам рассказать своими словами, как получить ранний урожай малина. Друзья, вот у меня два сорта малина. Вот удлиненный такой сорт. Вот такой сорт. И округленный, круглый сорт. Круглого сорта у меня еще нету. Будет в августе только. Друзья, вот чтобы получить вот сейчас уже урожай, надо вот осенью. Вот, например, вот этот куст был малина, да? Вот в верхней части, вот, например, вот этот куст. Видите? Вот верхушку вот так вы обрезайте. Вот верхушку только обрезайте, и все. Не режете прям снизу с корня. И на следующий год у вас получится вот этот побег. Вот считайте, что это вот этот вот. Вот видите, я обрезала. Вот на этих ветках у меня очень много малина, друзья. Ночью был дождь, она у меня вся осыпалась. Опять движение, как всегда. Вот видите, вот. Вон я. Ну, много уж ягоды, я соберу сейчас. Вот, значится как? Значится что? Вот теперь мы, это июньская будет, июльская малина. Вот когда это все, вот, ну надо обрывать, вот покраснел, надо оборвать, чтобы быстрее вот эти зеленые подоспели. Вот, и они подоспеют, если сразу их надо обрывать, через каждые 2 дня, друзья. Ну, смотря какой участок, у меня не так много, но я каждый раз могу, через день даже, каждый день по майонезу могу срывать. Вот, друзья, вот это когда все это кончится, да, вот это вот все ягоды. Вот то, что снизу дает, вот видите, это новое уже, это будет... Ягоды готовы в августе только. В августе и до конца осени уже. Считаю, у меня снег идет, и еще ягоды остаются. Вот, друзья. Поэтому вот что хочу сказать. Вот куст. Вот куст. Не обрезайте прям с корня. Сейчас пойду к другому сорту. Вот верхушкой только обрезайте. Ну, вы можете, если вы не хотите вот сейчас, ну, кто не хочет ягоды летом, да? Вы можете от земли 10 сантиметров оставить, все срезать, друзья. Но у вас не будет вот июльская ягода. У вас будет только в августе. Вот. А лето-то начинается в мае уже, как говорится. То есть в мае кончается школа, и дети приезжают в деревню, к бабушке, к дедушке, а тут уже ягоды их ждут. Поэтому что-то я села с той стороны, где ягод мало. Вот видите тут, друзья, вот одной рукой неудобно, еще движение тут. Ну, не, друзья, ну вот в этих они не очень крупные. А вообще этот сорт крупный, такой продолговатый. Этот сорт я вам потом сниму вот в августе. Видите, какой он? Он мне по шее, вот этот сорт. А это я обрезала где-то вот по пояс. Вот, друзья, это у меня, видите, в открытом месте, вот, вот, все, там трасса, конечно, солнечная сторона. Друзья, вот этот у меня другой сорт, округленный, круглый. Этот сорт у меня шапка мономаха, желтого цвета. Тут вот красный, видите, тут ни одной ягоды нету. И вот все набирает только. Это будет в августе, даже в конце августа. И, да, и в ноябре еще в ягодах будет. Потому что этот сорт мы резали осенью, как говорится, под корень. Не под корень, 10 сантиметров оставили. Я набрала малину. Чуть-чуть оставил внукам, чтобы они нарвали сами. Завтра приедут. Друзья, вот, пожалуйста, вам первый урожай малина. Главное, что делать надо, я вам уже сказала. Если вам понравился ролик, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!